Настоящие бразильцы, ребят. А, нет, это шведы, извиняюсь. Перепутал. Бразильцы были чуть раньше. Прошли. Ну, если вы слышали, говорят по-шведски. По-шведски говорят. Вот, наконец-то, нашел я. Парк зарядья с помощью GPS какой-то матери, чуйки. Ой, как убого выглядит просто. Пустота какие-то. Жидкие кустики. Прям кустики такие жидкие, как растительность. У молодой девочки лет 13 на всяких частях тела. Интимных. Даже жизнь. И кто скажет, что это стоит миллионы, миллиарды, а? Это вот... Ну ладно. А то припишут опять. Секс с малолетними. За сравнивание. Убожество. Вот, пришли дать православие покрестить его. Индийское дитя. Ой. Была такая женщина симпатичная, песни пела. У нее группа была, называли Умка в тусовке, песни Умка и Броневичок. У нее песня была «Ебу и плачь». Советую, кто не слышал, послушать. Вот под эту песню бы вот эти виды пошли бы просто охренительно. Ну, то есть вот этот контраст, вот этот вот. Прям еду и плачу, она так в простонародье назовут, ну, в смысле, как бы, чтобы не пугать, тогда еще люди как бы понимали, что можно. Палата Романовых, видите, Романова у нас, про Риковича никто не вспоминает. Соль земли Романова. Да кто вы такие, Романов, ё-моё. Не первого рода князья мне, а жидовлены Романовы. Рюриковичи мы. А ты самозванец. Там видно вон университет или что-то. Вот действительно старая архитектура сталинская, она еще держит. Даже снимать грустно, потому что ну это. Ну что это? Это у нас так можно снять. И получишь комсомольский. Естественно. Она гурит так вообще там просто. Вот это вот. Ой, грусть моя, печаль. Ландшафтного дизайна, да? Так, где-то там должна быть Москва-река. Что нужно лохам? Нужно лохам вдуть на уши побольше. Солнце, кстати, палит. Не очень комфортно. Опять же, вот невозможно, как в пустыне такая. А пустыня у нее спрятаться нигде. То есть комфорта от сидения нет. Абсолютно. Просто жаришься на солнце. Надо шляпу соломину. Это вам не Юда жены. Так, вот сюда к этим трубам. Если вам не интересно, выключите. Я как бы. Все это сто раз показываю, я как бы не хочу навязывать свое мнение кому-то. Я просто никак не вдохновлен, ни энергетически никак. Не включен, то есть слабо. Слабо все это. Вот они отрезали, прикрыли этим эгрегором техногенным сильное место, холм. То есть как бы все под колпаком, все под управлением. Символизм, ну народ бежит креститься в этот техногенный эгрегор туда под колпак. Лохи! 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 Тоже, ой, какой мост некрасивый. Фу, да он еще исходит углом. Пароходики. Ну, жарит, он уже вспотел. На эту дорожку народ бегает, хотя дети. Непонятно, можно ли сюда бегать, не можно. Не будем вообще бегать. Вот так вот. Форвешен запрещено, да, еще нарисовать.